22 июня 22 года. Добрый день. Здравствуйте. Без рамки как можно? Все. С помощью ручного металлодетектора. А что не объяснили? Нет. Никто. Мужчина. Паспорт можно найти? У меня нет. Нет паспорта с собой? А как вы пришли? По земле? Нет, тут не земля. Да что ты? Покажите, пожалуйста. Марс. Паспорт, пожалуйста. Не хочу. Почему? Чего вы? Смотрите. Что-то у вас там интересно. Игра. Да? Ну. Покажите паспорт. Не хочу. А если вы не тот, кем себя представляете? Если это не открыто, любой может зайти. Или закрыто. Ну, уточните. Хорошо. Нет. Ну, значит, вы не допущены. Раз вы не по сторонам по делу. Ну так? Ну, если вы не по сторонам по делу, то процесс на вас не допускают. На каком основании? Можно уточнить? Ну, личность вашу как может судья установить? Никак. Так, услышите, не предусмотрено личность, что надо. Расскажите, что судья сейчас нарушает закон, он сейчас совершает преступление, не пускает слушателя. А вы участвуете в этом преступлении? Это испуг, что ли? Законом вас испугать можно? Так. Вы показываете? Я насмешу на просто. Вы тут всех насмешили, еще и меня к тому же. Я слышу, что вы смеетесь, показываете паспорт. А что это? Вот обязанность. Покажите, нет, а вы свой покажите мне. У меня вот. У меня вот написано. Я даже не знаю, что вы это вы. Написано, видите? Это в английском, к сожалению, не читаю. А я бейджи не умею читать. Почему вы мне не показываете паспорт? Так, все понимаю. А что с процессом, не подскажете? Процесс идет. Идет процесс? Да. А как на него зайти? Что? Зайти как послушать? Визуально показать паспорт? Нет. Я имею в виду слушателям, как зайти? Никак. Почему никак? Процесс уже начался, подскажите, пожалуйста. Да, судья совещательный пункт рассматривает вопрос об отводе. Ага. Не подскажете, кто отвод ему заявил? Не знаю. Ой, да. Нет. Вы ошибаетесь. Там заявил мужчина. А, мужчина? То есть отвод мужчины можно рассматривать, а допускать мужчину нельзя, да? Как это странно получается у вас? Шиворот на выворот. Вы поясните судье, что он заблуждается. В некотором царстве все наоборот. Подскажите, заседание открытое у вас? Подождать чего? Не подождите в коридоре. Заседание идет уже, нет? Заседание идет. А открытое и закрытое?
Заседание открыто. Когда могу посидеть, да? Нет, вы не можете посидеть. Пожалуйста, покиньте помещение. А с чего ли ради? Вы не поняли? Заседание открыто или нет? Вы не поняли, уважаемые. Заседание открыто. Открыто. Открытое. А вы кто? Мужчина. Покиньте помещение, пожалуйста. Слушателям нельзя тут присутствовать? Слушателям можно, которые законообразом проникли в здание. Хорошо. Не знаю, кто. Ну, хорошо. Я же проник как-то. Мужчина. Мужчина? Ну, вижу, что вроде не женщина. Заявление прошу рассмотреть в отсутствие. Заявление о маме прошу рассмотреть в отсутствие. Заявление суда по заявлению об отсутствии. Основание дела по существу суда является оконченным. Для принятия решения удаляется в совещательную комнату. Для судебных заседаний, пожалуйста, покиньте. Минуты не прошло, вы закончили? Я быстро читаю. А видео посмотреть? Вы талант. Большой талант. Очень. Быстрый судья у нас. Так называемый. Девушка, вы не участвуете в преступлениях в дальнейшем. А то на вас это плохо кажется в жизни. Особенно душе вашей.